Всем здравствуйте! Сегодня вот мы празднуем Mother's Day, и я собрался делать дряники новым способом. Вот очистили картошечки, нарезали лучок, картошку, чеснок. Сейчас мы это в блендере все вот сблендаем, сделаем кашицу с этого. Потом добавим остальные ингредиенты и будем делать дряники. Это очень хороший метод, мне нужно руки свои натирать на этой терке. Это и удобно, и быстро, и вкусно. Так что, если вам понравится, не забудьте подписываться, ставить ваши лайки. Вот, а мы продолжаем. Дальше. Ну вот, я продолжаю здесь чесночок нарезать. Вот. Кое-что мы промотаем. Так что будут наши белорусские драники. Да. Вот сейчас я это все буду ставить в блендер. Так, ну что, ставим в блендер. Передачи поставим. Вот, зелень добавим. Перелить и сделать еще один такой. Вот, значит, мы сделали и поблендали все. Сейчас мы сюда перельем и сделаем еще один второй заход. Потом подмешаем сюда яйца и муку, там соль, специи нужные. Вот, и будем продолжать. Сколько мы будем ставить яиц? Вот эти 4, да? Угу. Яйца свои домашние. Кури у нас есть. Значит, 4 яйца сейчас поставим. Потом это все мы вместе смешаем с первым заходом. Вот.
Вот еще огурчок нарезали дополнительно, чтобы было вкусненько. Луком блины не испортишь. Как говорит верная пословица. Всю зелень ставить? Да. Окей, ладно. Ставить так ставить. Вот это, чтобы она крупнее была. Ну, надо, пусть будет все кашка. Еще что-то будем ставить? А, специи, да? Так, хорошо, сейчас специи и добавим первое, и все смешаем вместе, на медленном. Вот как раз полный получается у нас блендер. Так, вот поставим, значит, мисс Дэш. Или Дэш, или как он там? Кориандр обязательно хочу добавить. Это наш любимый специй. Черный перец. Тоже поставим. Черный перец. Так. И я думаю, может, немножко турмерика. Как ты думаешь? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Ну, давай, чуть-чуть. Для цвета. Окей, так, это все. Еще раз. Берем, ты думаешь, 4 яйца хватит? Ну, я на маленькой скорости. Все, я думаю, у нас все готово. Сейчас это все мы опять в мисочку переливаем. И начнем жарить наши драники. Драники. Так, лопаточкой нажать. Ну что ж, начнем жарить наши драники. Драники. О, меня поправляют, что я неправильно говорю. Забываю уже. Белорусскую мову. Так, на пробу сделаем пока только два. Посмотрим, как там у них соленость и остальное. Так, теперь мне нужно что-то, инструмент для переворачивания. Возьмем что-то вот этого. Так. Довольно быстро. Довольно быстро. Но разлетается. Так, сейчас посмотрим. Так, сейчас будем смотреть, что у нас получилось. Красавчики.
Сейчас мы эти попробуем и будем знать, нужно ли добавить соли или перчика или еще чего-нибудь. Ну что, похоже, что первые два у нас уже готовы. Вот, смотрите, какие красавчики получились. Один, вот второй. Красавчик. Сейчас их будем пробовать, а в этот момент я пока сковородку на пару секунд сдвину, чтобы она не пригорала. Ну что ж. Горяченький какой. Хорошенький. Честно сказать, хорошенький. Мне нравится. Так что, продолжаем. Вроде бы всего достаточно. Так что можно продолжать. Так что вот, друзья, вы видели, как мы это делали. Очень хороший, удобный рецепт. Не нужно, как я уже говорил, натирать руки на разных терках. Блендерчиком взял все, поблендил. Удобно, быстро. Ну и, конечно же, очень вкусно. Так что заходите к нам на Драники. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки. Пишите комментарии, предложения, пожелания. Может, кто-то что-то еще, идею какую-то видит, хорошую, интересную подсказать. Будем рады. Вот. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что посмотрели наше видео. Будем еще что-то вам снимать интересное. Ну, а теперь всем до свидания, до встречи. Всего вам хорошего. Сейчас я еще покажу пару секунд, что у нас тут дальше получается. И буду заканчивать это видео. Ну что ж, друзья, особого рецепта, вы как видели, у нас нету. Мы делали так, как сказать, на свой вкус и фантазию. Но получилось очень вкусно. И если вам такой рецепт понравится, попробуйте. Я думаю, понравится. Вот, получилось очень вкусно. Блинчики красивые получились и вкусные. Драники. Скоро будем кушать. Ну, спасибо всем, кто смотрел. До свидания. Пока-пока.